Итак, пацаны, всем доброе утро. Время 7:40, мы проспали. Мы должны были 6 встать. Это так, сейчас выдвигаемся в Мегахенд. Мы проспали. Можно уже снимать 7-метровый. Это обязательно, да. Еще один лайк. Еще нельзя снимать на ТСшке, поэтому идем в Мегахенд. О, пацаны, здорово. О, ты был в видео курортного движа, где я зовут Дикис еще был, да? Это ты? Че, реально? Открою рот очень громко. Итак, вот мы втроем. Тут вот, опять с того же места. Стоим тут, но только я теперь не один, а нас трое. Вон там Мега. Все. 2 hours later. Не, вы тоже вот этот. Bridge.
У кого?
Что мы взяли вдвоем Nike? С Петей? Так. Так, блядь, куда-нибудь сюда вещь. Это Монклер палёный. К сожалению. Самый же, что надо, но палёный тоже. Он 100%. А где? Ты сам знаешь, где. Стой, стой, стой. А, нет. Да, Петя, ну. Давай. Стой-ка, подожди, Артёмка. Да, я снимай. Так, дальше, что у нас тут есть? Шорты. О, сколько они стоят? Что, пацаны? О, кстати, может возьму, потому что цена. Кепочка. Суприм палёный. Не факт. Непонятно. Ну и Джек. Вот это нормально, что коробка. Короче, вот я взял вот такую вот НФ-очку. На, наверное, на Гортексе. Но она мембранная. Просто мы зашли, мы были в Мега Фенди, зашли в Second Style. И повезло вот таким вот НФ-очкам. А вот дай дальше на камеру. Хуй! А вот этого фраера. Показывай свой улов. Свой улов. Шорты Элис с навесной бирочку. Навесной покажи. Не-не-не. Вот они вообще новые. Вообще кайф. А ты что взял, показывай. Как, блядь, они завязали на мертвый узел. Ты долбоёб. Да что? Ебать! Стой. Там вообще нахуй ничего не было. Вон, на руку запекалось. Там хуёво. Давай. Где? Pablo.